Самое главное, конечно, клиент, потому что все, что мы делаем, в конечном счете, если клиенту наша услуга не нравится, вот, то мы как бы не конкурентоспособны. Вот, поэтому задача состоит в том, чтобы таким образом изначально производить продукт, то есть как бы не производить продукт, а потом искать под него клиента, вот, а изначально производить продукт, учитывая потребности, особенности клиента, потому что клиенты сейчас очень разные, мы очень особенные все в зависимости от поколений, возраста, интересов там, и так далее. Ожидания разные совершенно от услуги и прочее.